Общественный транспорт семей до конца года перейдет на систему электронного билетирования. В связи с этим в будущем будет введен дифференцированный тариф на пассажирские перевозки. Однако сколько будет стоить проезд, пока неизвестно. Этот вопрос будет изучать специальная комиссия, в которую вошли специалисты различных сфер, депутаты и представители общественности. В данное время идет активная подготовка к внедрению в общественном транспорте города системы электронного билетирования. Она будет осуществляться в рамках программы «Цифровой Казахстан». Сегодня в Семее автобусы курсируют по 42 маршрутам. С 25 сентября на маршруте номер 5 внедрены элементы системы электронных билетов. То есть на данный момент по новой системе работают 7 автобусов города. Для этого пассажиры должны приобрести транспортные карты. Проезд оплачивается посредством валидаторов. Кроме того, можно за проезд оплатить через мобильные терминалы и QR-код, который указан в автобусе. Их же можно будет приобретать у кондукторов. Также их пополнять может кондуктор и в точках местных приобретения. Карта стоит 400 тенге, на ней баланса нету. Сами пополняйте, насколько вам удобно. Также карточка, действие карточки безлимитно. Карта автобус разработана трех типов – для школьников, для лиц, имеющих специальные льготы, и стандартные. Транспортные карты можно приобрести в торговых домах города. К слову, новая система будет внедрена 6 ноября на 4 и 8 маршрутах. До Нового года система электронного билетирования будет установлена во всех автобусах города. Стоит отметить, что в соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан об автомобильном транспорте при применении системы электронного билетирования вводится дифференцированный тариф. Если у пассажира есть транспортная карта, он оплачивает, как и было, 80 тенге. Если у него карты нету, возможно, человек не пользуется общественным транспортом постоянно, возможно, он приехал в командировку в город семьи, и он считает, что нету необходимости приобретать данную карту, то тогда наличными будет оплачивать, и сумма эта какая будет, сейчас комиссия будет определять. То ли 160 тенге, может быть 100 тенге, может быть 130 тенге. Дифференцированный тариф будет применен только через 2 месяца после введения электронного билетирования. Для определения его суммы при отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог создана специальная комиссия. В его состав вошли компании по перевозке пассажиров, депутаты маслихата, члены общественного совета, специалисты отдела экономики и представители ответственного отдела. Бакытгуль Казескайрат Кожахметов, телеканал «Семей».